Если у вас нет елочки, можете купить мандариновое дерево за 20 тысяч. Или орхидеи. Сюрприз от Леруа, метла за 900 тенге. Магазин Леруа Мерлен перед Новым годом. А вот гирлянду выбрать нам так и не удалось, потому что непонятно, какая гирлянда и сколько стоит. Вот гирлянды, смотри, всякие разные. Ой, сколько, а вот смотри, какие гирлянды. Беленькие. Там с огоньками, с красными, с разноцветными. Ой-ой-ой, сколько всего. Вот нитка здесь. Вот они просто нитки. А дальше уже пошли горшки для цветов. Даже сверху растения растут. Ну вот новогодние елочки. Если у вас нет елочки, можете купить в магазине. 25 тысяч тенге. Какая мелочь. 25 тысяч тенге. Интересно, насколько большая стоит? Это вот 45 тысяч тенге. Я в шоке. 45 тысяч тенге. Вы хотите не сладкие? Это вот маленькие елочки. Леруа всегда славится своим изобилием. И огромным ассортиментом. А вот еще что есть. Мандарины, лимоны. Пожалуйста, тебе. 11 тысяч, 53 тысячи. Ой-ой-ой, ну и цены. Вот. Прям настоящий лимончик. Ой, мандаринчик. Всего 9 тысяч. С четырьмя мандаринами. Мандариновое дерево. О, какие здоровенные цветы. А тут вообще джунгли. О, какие красивые цветы. Вот еще мандаринки. 20 тысяч мандариновое дерево. Это цветы. А это тоже какие-то деревья. 35-40 тысяч. Вот так вот. Сколько здесь всего. О, какие прикольные деревья. Вот, мы возьмем вермикулит. На него, те два оставить надо. На него скидка вон какая. 5 килограмм. 5 литров. 5 литров. Вот это такой. Можно еще взять. А мне совочек вот такой надо. У меня есть совочек. Так. Пока со скидкой. Да. У нас же есть это все. И совочек, и грабли. Вермикулит. Агротехнический. Сейчас остальное для почвы. Вот. Разный. А это керамзит. Вот это ты говоришь? Перлит? Да. Вот перлит. Тоже надо? Да, тоже надо. Бери перлит. А мелкий есть?
Это мы будем делать. Для рассады будем брать вот это. Вот еще какое-то удобрение. А это для хвойных. Для хвойных вот и вечно зеленых. Пушонка. Че тут только нету. Ого-го. И лопаты, черенки. Ой-ой-ой-ой-ой. Глаза разбегаются. А еще вон что есть. И тележки там есть. И семена всякие есть. Вон сколько всего. Перлит. Вот другой перлит какой-то. Ой. А вот семян сколько. Сажайте, что хотите. Даже арбузы вон есть. Ой-ой-ой. Все есть. И цветы, и не цветы. А это грунт всякий для цветов. Универсальный грунт для цветов, для орхидей. Вот, а это что у нас такое? Для орхидей премиум. Чего тут только нету. А вот для овощей грунт. Этот еще другой грунт. Для срезанных елок и сосен. Это когда настоящую елку ставишь, вот это добавлять можно, наверное, так. Меды поросы встречали? Черенки всякие разные. Вот. О, какой красивый черенок. Маленький. Красивый. А вот веники с черенком. Ну что-то худенькие какие-то. Ну по такой цене что же не взять? 990 тенге. Думаю, на Новый год жене надо подарить. Цветочки, наверное. Я говорю, какие цветочки? Комнатные розы, что ли? Ну, дома тоже можно выращивать. Они в горшках? Ну, да. Вот в горшках розы. Вот такие можно выращивать. Ну, такие розы, наверное, хоть где растет. Маленькие. Сколько их много. Или... Вон их сколько. Вот такая цена на них. Огромный ассортимент всяких цветов, кустарников и даже деревьев, которые можно выбрать и сделать подарок к Новому году. А это распродажа, видимо. Но она пока еще не работает. Там и веточки можно взять, и маленькие елочки. Вот метла с деревянной ручкой. А вот ценник. Других здесь нет. И когда дома я заглянул в чек, я увидел метла с деревянной ручкой 2460 тенге. Вот так сюрприз от Леруа на Новый год.